готовимся к нашей годовщине. Джончик цветы купил. Покажу все остальное завтра. Джон приехал из Коска, взял салфетки, купил Дэвиду, смотрите, какое классное полотенце Spider-Man. Это beach towel, ну, то есть для пляжа. $12, ребят, вообще крутое. Хорошее, качественное. Чувствуется такое впитывающее. А так у нас дела сегодня, дела. Ну, розочки шикарные. Сейчас я уже, видите, подготовила вазу хрустальную. Пахнут, наконец-то, пахнущие цветы. Джончик сомневается, покупать или не покупать. Набор для детей, ребят, ну, написано, что 3+. То есть вот тележка, чтобы катать по бэк-ярду. Знаете, у нас большая тележка, а Джон говорит, там специально для ребенка, с граблями, с лопатой, со всеми делами. Они тележку не собрали, и непонятно, какая она. Может, она будет совсем маленькая, а может, нормально. В любом случае, у нас есть тележка Джона. И Дэвид любит ее возить. Вот мы приехали в это здание. Смотрю, на деревьях уже почечки набухают. По-моему, вот это вишни, ребят. Ой, скоро так красиво будет у нас в Нью-Йорке. Все вишни зацветут. Закончили мы с нашими таксами. В этом году, ребят, что-то нам мало денег вернули. Там немножечко больше, чем $2000, включая детские. Ну, вот так. Джончик говорит, слишком много заработали в этом году. Такая вот фигня в Америке. Чем больше работаешь, чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налогов. У меня снова очки сломались. Вот несу им. Стекло выпало. В общем, в прошлый раз мне девушка сделала. Вот она, наша компания. Все бесплатно, поэтому сейчас все она быстренько починит и домой. Джончик со мной. Едем, едем, едем. Магазин Lowe's. Хотим посмотреть тачку. И хочу посмотреть семена, ребят. В этом году хочу посадить помидоры, черри. И что там еще? Огурцы. Потому что все остальное, ребят, заяц жрет. Ну и белки тоже выкапывают. Так что пойдем посмотрим. Джончик хочет тачку и водокачку. Так, все я взяла? Все. You don't like it? No, look how dirty it is. How much? Let's see. Так, $119. Вот такая тачка, ребят. Ну что-то Джончику не нравится. No, we gotta go to Home Depot. Home Depot? Yeah. Ну, в общем, говорит, поехали в другой магазин. Здесь тоже уже продают деревья, туи. Нам же нужна будет одна туя. Больших нет еще пока, ну да. Ну, будем ждать. Землю купили, и мне нужно 2 мешка для моих цветочков. Дэвид, как всегда, с тележкой гоняет. Ой, о, Джон, look, they put it outside. Смотрите-ка, 149. I like gray one. Какие ручки классные. Джон, look at this. This looks really good. I like the blue one. Сейчас дади у нас выберет правильную тачку. Не знаю, мне кажется, I think this one the best one. Мне вот это нравится. Maybe they have inside. Здесь цветочки, огурцы, редиска, тыква. Все, что хотите. Морковка. Так, ну мне, наверное, нужно с той стороны. Потому что там помидорчики. А здесь у нас что? А, ну тоже помидорчики есть. Нашла для рассады. Прикольные. Сколько стоит? $5. Так, это земля. Вот есть побольше. Это слишком много, мне кажется, да? Или вот такие. Может, такие возьму. Вот эти хорошие. Тут еще вот такая штука есть. Прикольная. Набрала. Вот смотрите, перениал. Это вот те, которые каждый год. Иниал это вот на 1 год. Поэтому набрала перениал. И вот хочу взять что-нибудь для рассады, какую-нибудь штучку. Вот, Банька. I think he got them. Who asked him? Так, вот эти мне не подойдут. Давайте еще по ценам посмотрим. $5. Что тут подешевле есть? Что-нибудь подешевле надо. Тоже $5. Видите, какая штучка для помидор. Для огурцов, для помидор. А это сколько стоит? Тоже 5.21. Так, что здесь?
Вау, здесь $20, нифига себе ценники. Так, а что-нибудь подешевле для меня? Семь, вот такая штучка неплохая, но она, видите, как практически не разделена. Так, это $9 и 4. Но на самом деле мне вот это нравится за 4. Смотрите, сколько здесь много. Да, я думаю, ее и возьму. А чё? Самое то. Вышли на улицу, ребят, за землей. Видите, какие цветики продают красивые. Ой, красотулечки. Скоро сюда все выставят. А, вот они, туи. Ну да. Пока выбора мало, но будем ждать. Как холодно, ребят. Что-то у нас стало холодать к вечеру. А, вот еще тачки. Смотрите, какие огромные даже есть. Ну, такие же, в принципе, что. I know. Ну что? Что скажете? Смотрите, какая тележка. Is it heavy? No. No? Dave, go try. Мне кажется, хорошая. Try this one, it's the same price. Так, посмотрим вот эту. Что у нас? Daddy Expert скажет. This is easy? Yeah. Lighter? David, try this one. Yeah, David, try this one. Okay. Давай, заяц. Мы как бы и для себя Джон берет, и для Дэвида, потому что Дэвид любит у нас катать тачку. Давай, давай, Дэвид. This, like this better? Здесь земля. Сейчас выберем. Я говорю, давай, Джончик, для моих цветочков, огурчиков и помидорчиков. Ну вот, смотрите, 4,27, 4,47. Do two more. Good. Very good. Приехали домой, ребят. Вот такая земля. Я буду, наверное, на выходных заниматься огородом с вами. Ой, что-то так холодно становится. Ладно, ребят, что, пойдем уже домой отдыхать. Вот. Yeah, I know. Здесь у меня семена, ребят. Хочу показать, вылезли у меня цветочки вот эти. Они вроде как подснежники, самые первые появляются. И вот нарциссики набухают, желтые. Тюльпаны лезут. Скоро красота будет неописуемая. Вот, с вами я прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.